Друзья, приветствую всех на канале Есть Поесть. И сегодня буду готовить очень быстрый, простой и сытный салат. Этот салат принято считать теплым, но и в остывшем виде он очень хорош. Конечно, его можно подавать как закуску, но мне он подходит в качестве отдельного самостоятельного блюда. Готовится очень просто и быстро. Список ингредиентов, как обычно, открывайте под описанием под видео. В первую очередь заливаю кускус кипятком, чтобы вода была выше крупы примерно на сантиметр. Накрою и дам постоять. Тем временем на растительном масле обжариваю лук, резанный полукольцами. Затем добавляю резанные кубиками баклажаны и красный болгарский перец. Все обжариваю вместе. Тем временем кускус готов, он набух. Перекладываю его в миску побольше. Туда же добавляю обжаренные овощи. И овощи и крупа у меня еще в теплом виде. Кладу резанные кубиками помидоры, тертый чеснок, молотый кориандр, черный перец и соль. Добавляю зелень, чем больше, тем лучше. Осталось только размешать. Хотите, подавайте салат в теплом виде, хотите, дайте остыть, и так очень вкусно. Если понравился рецепт, не забудьте поставить лайк и написать комментарий, а также подписаться на канал Есть Поесть. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне, увидимся в следующих видео.